При создании компании Cybernet нам была использована модель, которая соответствовала бы ожиданиям банковского, телекоммуникационного и государственного сектора, как для среднего, так и крупного бизнеса в сфере корпоративного управления. Наша компания сыграла важную роль в создании и развитии электронного правительства, а также бизнес-процессов разных государственных органов, оказываемых ими гражданам. В 2011 году наша компания вошла в состав Snage Group. Это позволило нам использовать новые ресурсы и возможности выйти на совершенно другой уровень рынка услуг и продуктов. Предлагая новые формы и методы сотрудничества, компания Cybernet смогла предоставить новый спектр услуг и сервисов для наиболее инновационных проектов. Как результат, компания превратилась в наиболее яркого представителя в сфере информационных технологий Азербайджана. Деятельность компании была признана не только в Азербайджане, но и за его пределами. Так, в 2007 году была удостоена премии «Интеллект», в 2010 году с юбилейной медалью, а также в 2013 году была выбрана IT-компания года. Компания не раз упоминалась в отчетах международных организаций. Основанная в 2004 году, компания Cybernet на сегодняшний день объединяет порядка 100 высококлассных специалистов различных направлений. Есть такое высказывание: успех бизнеса в первую очередь зависит от того, какие люди в нем работают. Качественные продукты, успешный бренд, безусловно, важны, но главную роль все равно играют талантливые сотрудники, которые могут грамотно управлять и продажами, и брендом, и производством. Любой продукт можно скопировать, любую технологию воспроизвести. Единственное, что точно нельзя повторить, это людей, которые обеспечат движение бизнеса вперед. Именно талант влияет на то, каким будет бизнес в будущем. Наша компания для развития профессионального уровня своих сотрудников на постоянной основе отправляет их тренинги и мастер-классы международного уровня. Залогом успеха нашей компании является команда высококлассных профессиональных специалистов. Кадровая политика, основанная на тренингах и сертификациях, со временем дала возможность нашим сотрудникам получить международный сертификат для работы и разработки самых сложных бизнес-информационных и коммуникационных систем. При подборе кадров мы сотрудничаем с рекрутинговыми компаниями, университетами и, конечно же, и ресурсом интернета. Компания Cybernet занимает ведущую позицию в сфере внедрения решений электронного правительства не только в Азербайджане, но и в регионе в целом. В данной сфере нашей компании были реализованы такие сложные проекты, как автоматизированная налоговая информационная система для Министерства налогов, так называемый АВИС, информационная система электронного правительства для Министерства связи и высоких технологий. В данный момент мы находимся в завершающей стадии проекта Всемирного банка «Система государственного реестра, кадастра и управления недвижимым имуществом для Государственного комитета по имуществу Азербайджанской Республики». Основной нашей целью при реализации данного проекта были в создании удобной, простой и полностью интегрированной системы, которая бы соответствовала интересам как и граждан, так и государственных организаций, для которых мы создаем эту систему. Несмотря на то, что при реализации проекта мы столкнулись с рядом разных проблем, в основном психологическая неподготовленность работников, различный уровень
автоматизация интеграционных возможностей государственных органов и тому подобное. Но мы справились с поставленными задачами и добились ощутимого результата. Да, сегодня электронная система налогов является составной частью повседневной жизни и индивидуальных лиц, компаний и государственных учреждений. Да, как вы отметили, первой в стране электронной услугой является система электронной налоговой декларации, которую мы осуществили в начале 2007 года. До применения этой системы налогоплательщики стоял в очередях, чтобы предоставить налоговую декларацию в бумажной форме. Основной целью применения данной системы была упрощение процесса подготовки налоговой декларации и предоставления их налоговым органам. В данный момент около 90% налоговых деклараций предоставляется в электронном виде. Сегодня электронная система налогов является частью повседневной жизни индивидуальных лиц, компаний и государственных учреждений. В данный момент все переписки между налоговым органом и налогоплательщиками осуществляются электронным способом. Наша компания, как налогоплательщик, тоже активно использует электронные услуги, предоставляемые Министерством налогов. Хотелось бы отметить, что при создании системы АВИС для Министерства налогов Азербайджана основным задачей являлись внедрение системы для гибкого и эффективного управления деятельностью Министерства налогов, а также создание единого информационного поля для всех структур Министерства. Среди основных задач были также автоматизация функционала местных налоговых органов, разработка возможностей интеграции с другими государственными учреждениями, разработка электронных услуг, отвечающих требованиям как и налогоплательщиков, так и граждан в целом. Министерство налогов лидирует по числу оказываемых электронных услуг среди государственных органов. На сегодняшний день гражданам и налогоплательщикам предоставляется примерно 60 видов электронных услуг на базе АВИС. Мы работаем над дальнейшим расширением данного списка. В числе вышеназванных входят такие решения, как система электронной декларации, система документооборота, единое окно, система электронных налоговых счетов, фактур и так далее и тому подобное. Разработка для Министерства налогов Азербайджана системы электронной декларации является первой, как я выше сказал, является первой электронной услугой, предоставленной государственным учреждением в стране. Использование последних технологий и доступность правительства для граждан является основной целью и важным моментом для нас при разработке электронных услуг. Мы придаем особое значение опыту других стран и международных организаций. У нас сложилось очень тесное сотрудничество с компаниями и государственными учреждениями таких стран, как Турция, Германия, Нидерланды, Эстония, Словения, Россия, Беларусь, Молдова, Казахстан, Таджикистан и других. Как вы знаете, компания Cybernet предлагая свои решения не только в Азербайджане, так и в других странах. В 2013 году мы успешно завершили проект для налогового комитета при правительстве Республики Таджикистан. После ознакомления в течение года с опытом в сфере управления налоговой информацией России, Казахстана, Грузии, стран Балтии и Азербайджана, налоговым комитетом Таджикистана был взят за основу опыт Министерства налогов Азербайджанской Республики в сфере информационных систем.
А также было отдано предпочтение технологическим решениям, представленным компанией CyberNet. Простота и эффективность, богатые возможности и недоступность дополнительных расходов для налогоплательщиков страны, предлагаемой компанией был основным критерием для выбора такого решения. Новейшие маркетинговые исследования, изучение мирового опыта и новых технологий, постоянное развитие, наличие сильной и профессиональной команды, вера в свои силы и в успех. А самое главное – доверие наших клиентов и партнеров. Вот что является основным гарантом нашего успеха. Наш девиз звучит следующим образом. Надежные решения. У всех клиентов той или иной IT-компании есть свои проблемы, которые требуют незамедлительного решения. Клиент всегда задает себе вопрос, что делает компания для них. А руководство IT-компании должно обращать внимание на позиционирование клиентов в собственном бизнесе, на их реально существующие проблемы. Помогая нашим клиентам, качество награды мы получаем доверие клиентов.